обещанная микросвеча, связанная с болью предательства, одна из. Остальные будут больше с наполнением. Не знаю, когда я их буду сегодня, завтра делать. Здесь основа чертополох, конечно, базовая. И черный уголь. Там он уже накрыт, его не видно. Черный уголь и янтарь вот желтенький. Дальше три вида перца. Черный, белый, красный. Базилик, ковыль, гранат. Это все виды предательства, все оттенки. Эмоциональные, энергетические, деловые, полынь, лавр, ель для обнуления. Что тут еще? Перцы видно. Кориандр я хотела добавить, но не добавляю. Почему-то мне еще кориандр добавлю, но уже снимать не буду. Раз пошел он в потоке. В общем, планировалось вообще монофакел, просто с классический чертополох просто. Потом полынь добавилась. А, еще вот кора осины тут у меня есть. Что-то еще я сюда добавляла. Амелу, по-моему. Ну, в потоке как шло, так и добавлялось. Немного, кстати, здесь есть мяты. Для успокоения и расслабления. Смотрю так глазом быстро, что еще. По-моему, на данный момент вот в этой свече предостаточно уже всех энергий. Остальные там я микросвечи еще наделаю с наполнением. А вот в сосны я уже не пойду ее прожигать. Может, завтра пойду. А вот такая вот история. Может, где-то здесь рядом сожгу эту маленькую, запущу энергию. Посмотрю, как будет в потоке по настроению. Еловая, я сказала, вон я кусочки шишки сюда добавила, собрана сегодня. Вот такая история у нас. Лава, росина. Победа над всеми предательствами для того, чтобы освободить эту боль, вернуть себе энергию и строить новое.